шел весь поседевший от страха и шептавший: «Тот, кого мы распяли, действительно Сын Божий». Церковь, она эксплуататорам помогает. Она для эксплуататоров. Вы же видите, что они пишут? Тот, кто имеет, тому еще будет дано. А кто не имеет, мол, это о нас, о нищих. Он сейчас в аду, тот человек, те люди. Во имя Отца и Сына, Святого Духа. Аминь. Возлюбленные братья и сестры во Христе, сегодня у нас суббота, и сегодня у нас почитается память, в святцах здесь у меня в служебнике она не записана, но в более широких святцах она записана, я хотел бы все-таки о ней вспомнить. Женщина, которая, когда властный ее муж, обладающий властью, мог поступить по-другому, не убить, не присудить человека к смерти. И вот она его уговаривала, просила о том, чтобы он не причинил никакого вреда этому человеку. Этот человек – это Бога-человек, это Иисус Христос. А женщина, память которой сегодня почитается, это жена Понтия Пилата, Клавдия Прокла. По преданию, мы о ней встречаем воспоминания только единожды в Священном Писании, вот в этом моменте, когда евангелист рассказывает о том, как она просит мужа о том, чтобы он не причинил вреда этому человеку. Мы не знаем, почему она так сделала, то ли по какому-то Богу откровению, то ли потому, что кто-то ей рассказал о тех чудесах, которые творил этот человек, Спаситель наш Иисус Христос. По какой именно причине, мы не знаем. Но то, что ее потряс этот случай, и она после этого пишет письмо своей подруге, которое сохранялось в Александрийской библиотеке, пишет письмо своей подруге о том, что происходило, и как она была потрясена, встретив сотника Лонгина, того самого, который тоже недавно память мы почитали, как она описывает воина, который, душа которого, сердце зарубцевалось в битвах, прошедшего много чего, видевшего смерть и все прочее, настоящего мужественного воина, который шел весь поседевший от страха и шептавший: «Тот, кого мы распяли, действительно Сын Божий». И Клавдия, жена Понтия Пилата, практически безраздельного правителя в Иудее, становится христианкой. И по преданию она приняла мученическую смерть. И в святцах она записана как мученица. Люди разного сословия, люди разных степеней богатства, люди разного происхождения становятся христианами. И не только просто становятся христианами, а даже принимают смерть за Христа, мученическую смерть. Идут на это смело, не боясь ничего, потому что это реально является прямым пропуском Царствия Божия. И вот жизнь таких, как Клавдия, жизнь таких, как остальные мученики-мученицы, преподобные, все святители и так далее, она является подтверждением от того сегодняшнего евангельского чтения, о котором говорится слова, которые, когда вырваны из контекста, они становятся, мне не раз задавали вопрос, недоуменный вопрос, а почему, а что это, как это? Вот все Евангелие человек понимает, вот эту фразу не понимает. И тот, кто имеет,
тому дано будет еще больше, а кто не имеет, у того отымется и то, что он хотел иметь. Ну и мы-то человеки, да, сразу же за кошелек, то есть вот то, что я имею, а куда ж я отношусь, к тому, кто, кому прибавится в кошельке или заберется и то, что есть, и начинаем переживать. Но это вырвано из контекста. Да, понятно, что слова, которые звучат перед этим тоже, они уже разлетелись на крылатые, они становятся действительно крылатыми, допустим, все тайное обязательно становится явным. Даже человеку скажи вот так вот на улице, который не читал Священное Писание, скажи, он не поверит никогда, что это в Библии написано. Он подумает, что это ж в обиходе уже эти фразы, да? Поэтому вот Иоанна Крещения сегодня, это было как раз после того, как святитель рассказал притчу о сеятеле, да, о том, что вот семена будут взращиваться и так далее, и если попадут на хороший грунт. И потом он говорит вот эти слова, что да, светильник не накрывают сосудами, не прячут его, а ставят его на подсвечник, чтобы было видно, в каждый входящий видел свет. Ибо все тайное становится явным. Здесь вот такая сцепочка, да, зацепление. Ибо, после этой фразы он говорит, ибо все тайное становится явным. То есть это к этой фразе же о светильнике, да, то есть... И в конце, после этого он говорит о том, что наблюдайте, как вы слушаете. То есть вот эту фразу все выпускают и сразу задают вопрос, как же так, что имеет, тот, кто имеет, тому и дано будет. А перед этим звучат слова, наблюдайте, как вы слушаете. И кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отберется. То есть вот... Перед этим есть слова «наблюдайте, как вы слушаете», «наблюдайте все, как вы слушаете». Если вы имеете не деньги, не богатство, если вы имеете желание услышать Слово Божие, наблюдайте, как слушаете. Если вы имеете желание услышать, то вам и дано будет еще больше, и вы сможете понимать Слово Божие. А если вы не имеете, даже мы, ходящие в храм, какие-то там, как это, я все молитвы прочитал, или прочитала, да? Прочитал, или прочитала. Я помолился, Господа попросил о том, о сём и так далее, я эти молитвы через свое сердце пропустил, вот мы должны как отвечать, молитвы прочитал все, и еще 5 раз акафист прочитал. Понимаете, вот это называется не иметь. Это человек не имеет желания. Он имеет желание попасть в Царство Божие. То есть здесь преследуется корыстная цель. Я хочу после смерти попасть в Царство. Слава Богу, что хоть понимает, да, что есть загробная жизнь, и верит в загробную жизнь, и понимает, что можно попасть в ад. Но вот... Часть из нас преследует корыстную цель. Я хочу после смерти попасть в Царствие Божие. А не это должно быть целью. Целью должно быть слушать и внимать Слово Божие. И Господь потом говорит, к нему подходит человек, говорит, дергает его, говорит, Господи, там мать твоя пришла и братья твои пришли, хотят тебя увидеть. Ну, естественно, человеческое наше, да, я вот так прокручивая всю свою жизнь, сколько раз так, мать пришла, брат пришел, сестра, муж, то есть брат жены и так далее, проведи, помоги, больницу без очереди, там еще что-то и так далее и тому подобное, все. Огромное количество случаев таких было и в моей жизни, да. Я думаю, у каждого в жизни было такое. И вот тут это естественно, мать твоя пришла, брат, ну, толпа большая слушает Господа, ну, сделай так, чтобы их подвели сюда, к тебе, вот же, твои ж пришли, по блату, поближе сказал. А он сказал, вот все, кто здесь слушает меня и внимает моему слову,
Вот это мои братья, это мать моя, это мои родственники, все. И вот когда мы прочитаем вот это все и проанализируем этот отрывок, тогда нам становится понятным вот это, кто имеет, тому дано будет, а кто не имеет, у того отберется то, что он хотел бы иметь, да? А так вот я серьезно, когда первый раз мне пришли и сказали, задали вопрос, как так, батюшка, это получается, что кто имел это вот там богатство, сокровища и так далее, ну будет иметь и все. Так это религия, этим, кстати, этой фразой очень часто пользовались большевики в свое время. Уничтожая церковь, уничтожая духовенство, говорили, а эта церковь, она эксплуататорам помогает, она для эксплуататоров. Вы же видите, что они пишут, то тот, кто имеет, тому еще будет дано. А кто не имеет, мол, это о нас, о нищих. Да, это о них, о нищих, нищих духом. О большевиках, нищих духом. А те, кто отправлял наших дедов, прадедов на каторгу, расстреливал их. Ужасный случай, я когда читал вот эти вещи, когда приходского священника в селе убивают. Бандиты какие-то. Матушка плачет, кричит, позовет людей на помощь. Забегают соседи. И вместо того, чтобы помочь, бросаются к сараям батюшкам. Кто корову себе тянет, кто свиней забирает и так далее. Разгоняют себе. Вот это о них говорится, что у них отымется. А тех, кто в священниках и мирянах, которые отказались тогда от Бога, были такие известные случаи, когда священник становился уполномоченным по борьбе с религией, бросал, снимал себе крест и так далее, уполномоченным по борьбе с религией, потому что не дано было, потому что не имел он вот того, о чем говорит Господь. Он спас свою жизнь, возможно, и разбогател на этом, но он не попал в Царствие Божие. Он сейчас в аду, тот человек. И те люди, тащившие коров, свиней, рядом с трупом батюшки, священника, который их крестил, венчал, отпевал их родственников и так далее. Так мимо. Вот такие, вот об этих говорится. Поэтому нам нужно свою жизнь построить так, чтобы не уподобляться им, тем, кто вот творит такое беззаконие. А для того, чтобы не стать таким, нужно иметь желание, огромное желание постичь Слово Божие, узнать, что Господь говорил. Для этого нужно перечитывать Священное Писание постоянно. Евангелие, Новый Завет, читать его каждый день. Псалтырь читать, потому что вот... Но для этого нужно иметь желание. И если будете иметь это желание, то оно у вас и умножится. И Господь вам поможет. Знаете, я всегда говорю, сделайте шаг навстречу Господу. Сделайте один шаг, он 10 шагов навстречу вам сделает. Он ждет от каждого из нас этого шага. Он ждет. Мы уже какие-то шаги пытаемся сделать. Я не знаю, сделали кто-то из нас эти шаги действительно здесь стоящих, да? Но мы пытаемся, по крайней мере, ногу в том направлении, в сторону храма. Потому что здесь вот тот корабль, которым можно спастись в этом бушующем океане страстей, вот тот корабль, который собирает нас и не даст нам утонуть там. Но кроме того, чтобы прийти сюда, нужно еще иметь желание постичь Слово Божие. Как сказал Господь, того, кто слышит Слово Божие и внимает ему, потому что мало слушать, нужно еще действительно слышать и внимать. Понимать и желать этого, и тогда все у нас с вами получится, тогда все у нас приумножится именно в духовном плане. А если приумножится в духовном плане, то, честно говоря, человек, который духовный, ему все равно, что у него с материальным планом, как там
Во-первых, Господь свое стадо пасет, Он не даст ему человеку упасть в какие-то большие долговые ямы, в голод и так далее. То есть Господь обеспокоится о том, чтобы, вот, опять же, возвращаясь к Священному Писанию, да, о птице, о цветах, да, то есть помните это, что Господь говорил, да. Так и здесь, то есть это Господь, если мы будем полностью идти к Нему навстречу, то всем, всем тем, что вокруг нас, позаботится об этом Господь. Главное, нам туда идти. Как ребеночек, да, маленький, делает шажки к маме. Он не думает, во что он одет, чем его покормят. Он просто идет к маме. А мама побеспокоится о том, чтобы он был накормлен и одет. Спасибо, Господи, ангел-хранитель вам всем.